Всем привет, с вами Информ ТВ. 29-летняя дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, в отличие от старшего брата Ивана, совсем не мелькает на страницах газет. А потому новости о ее жизни становятся достоянием общественности всегда чуть ли не случайно. Вот и на этот раз информацию о новом статусе Лизы внезапно рассказали в телеграм-каналах. Цитата. Лиза Янковская выходит замуж за известного в узких кругах музыканта и актера Вадима Королева. Они вместе снялись в картине «Фрау» и тогда полюбили друг друга, пишут журналисты. Вадим Королёв известен по таким проектам, как «Человек из Подольска», «Город уснул» и, конечно же, по ленте «Фрау». Но больше его знают именно как музыканта. С 2014 года он работал с группой OQJAV. Между тем стало известно, что Лиза и Вадим осели в Париже на ПМЖ. Остается надеяться, что Лиза сейчас счастлива, ведь в прошлом наследница актерской династии рассказала, как ей приходилось нелегко из-за своей семьи.